Всем привет, всем доброго времени. Хочу снять последнее видео про наш забор. Вот, видите, у нас уже все собрано, все сделано, только не подсыпана калитка, нету света еще над забором и нету звонка. Вот, ну, у нас уже зима, немножко чуть подраспогодится, я проведу свет, сделаю сюда звонок и всю остальную чехарду. А сейчас я просто вам хочу показать, как я собрал калитку. Видите? Дешево, красиво и надежно. Собираю калитку. Выставил уровень нижнюю, потом отрезал высоту. Кстати, разная. Это столбы разные, уровень здесь тоже разный, поэтому и верх так получается разный. Вот. Но я потом верхнюю перемычку тоже по уровню приварю и обрежу ее. Вот. Приварил я. Ну, та нижняя, она не приварена. Приварил я тут вот эти вот боковые закладушки. Дал здесь зазор небольшой. Так, на глаз. Вот. И здесь то же самое. Приварил. Вертикальные стойки приварил. Теперь сейчас отмеряю. Уровень проверяю и варю горизонтальные три штуки. А потом на эту сторону петли, и дверь будет открываться в эту сторону. И все, и дверь готова. Только зашивай. Калитку я вчера, буквально за пару часов, сварганил. Ее теперь надо снять, обварить. Сейчас я еще намечу место замка, где будет у меня замок. Может быть, сразу и замок врежу. Я его все-таки думал сначала вот прям сюда вот так вот врезать. Но сейчас представляю себе, у нас тут все это, уровень этот поднимется. И потом будет как-то внизу. Но я сейчас подложу камни сюда наложу и попробую по уровню земли. Может быть, я его действительно вот сюда вот куда-нибудь врежу. Вот тут вот прям поставлю, и будет здесь замок. Ну, посмотрим вообще. Смотрите, какую планочку мне пришлось изобрести. Вот. Вот такой вот у нас замок. И вот такая вот у нас конструкция. Это мы приварим потом к забору. Ну уже, давай. И он у нас сюда вот так вот прикрутится. То есть я делаю этот замок, чтобы его можно было в случае чего снять, отремонтировать, там поменять что-нибудь. Ну, то есть вот так вот. Вот видите, все, я его уже просверлил, все здесь. Теперь надо болтики сюда. Болтики здесь идут особые. Вот. Прикрутить, потом еще приварить там одну планочку. И вот так вот оно все будет красиво, аккуратно, четко у нас стоять. Ну что. Сейчас иду дальше. Буду варить эту планочку теперь на забор. Вот что у меня получилось изнутри. Вот такая вот штука. Как можете видеть, влага, снег сюда не попадает. А если попадает, то он сразу улетает. И замок не леденеет. Но у меня в планах его, конечно, вот так вот закрыть. Это, как всегда, недоделки. Сейчас холодно, и на улице уже лазить не хочется. Процесс вот этой вот штуковины был прост изготовлен, сделан. Ну, все так сделано, то есть без всяких там придумываний особых. Так вот на место все лепилось, подгонялось, сгонялось и делалось. Вот, видите. И все, закрыто. Надо ее чуть отпустить, она тяжело очень крутится. Ну, тоже крутится. Вот. Все так сделано, что вот видите, открыл дверь, она пошла в ту сторону чуть-чуть открываться. До середины откроется и остановится. Вот, оп, и остановилась. А когда ее начинаешь так вот закрывать, оп, она как бы пружинит в ту сторону за счет того, что вот здесь вот посередине она упирается в столб. Ну, то есть получается прям так. Она стоит, ее ни ветром не колбасит, не надо никакие пружины делать или еще там что-то в этом духе.
Вот. Вот одно, что высоту я сразу не просчитал, и получилась вот такая вот ерунда, что на воротах, что на калитке. Если бы сделал бы вровень с остальным забором, было бы, я думаю, чуть покрасивее и поинтереснее. Ну а так оно со стороны тоже получилось неплохо. Вот такая вот конструкция. В общем, если вы делаете, делайте, не бойтесь, все будет работать, все будет красиво. Всем добра и всем пока!